Татьяна и Тимофей Крюковы провели первый месяц каникул в лагере с дневным пребыванием при Одинцовском центре эстетического воспитания. Оздоровительная кампания подошла к концу. У отдохнувших масса воспоминаний и впечатлений. Здесь ребята не только интересно и насыщенно проводили свой досуг, но и обзавелись новыми друзьями. Больше всего запомнилось то, что мы познакомились с Яной, и то, что мы ходили постоянно гулять на экскурсии, и мы проводили вместе все время. Я приобрел друзей, там всякие экскурсии, и было очень интересно. Завершаются лагерные смены, как всегда, фестивалем детского творчества под красивым названием «Звездное лето». К нам в гости пришли ребята из 5 школ. И сегодня они на фестивале будут показывать то, как они провели лето в своих лагерях. Одинцовские девчонки и мальчишки признаются, что в лагере им очень понравилось, и времени скучать совсем не было. В лагере было здорово, мы сходили гулять, на экскурсии разные ходили, у нас много друзей появилось новых. Как рассказывают педагоги Центра эстетического воспитания, программа в лагере была весьма разнообразной, включала мастер-классы, игры, экскурсии. Кстати, последних этим летом было немало. Они много чему научились, у них было огромное количество мастер-классов, они проектировали самолеты, они делали различные поделки, у них были квесты по безопасности дорожного движения, они ходили в исторический музей. У них на самом деле очень много было деятельности, я думаю, много чему они смогли научиться, надеюсь, что время прошло для них замечательно. На фестивале ребята показали все, чему научились за время отдыха в лагере. Они пели, танцевали, участвовали в театральных постановках. Члены жюри оценили выступления каждого отряда. Но отдохнувшие так хорошо подготовились к конкурсу, что выявить лучших не удалось. Победила дружба. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».